Очередная посылка из Китая. К вам мне через почту Эстонии и через Укрпочту, не через Мистер Экспресс. Это посылка от моего любимого продавца. Здесь написано Magic Club. Оценил 39 центов. Хотя я покупал что-то около 3 баксов. Но здесь не совсем куб. Я не знаю, как правильно называется эта головоломка. Я ее буду называть Mirror's Flop. Почему Mirror's Flop? Сейчас покажу почему. Так, где волшебная отвертка? У Инжина, я так понимаю, сейчас вот такая вот коробочка серенькая. Раньше была просто белая. На ней было написано Юнджин. Или такая черная, на ней было написано Юнджин. Сейчас же такая вот серенькая, смотрю. Так вот, сейчас покажу вам головоломку. Вот такая вот красота. И я думаю, вы поняли, почему я ее называю Mirror Flops. Потому что один слой, как на флопике. Ну а по строению, как Mirror's Block и желтенько. Кстати, там у продавца есть и серебряный. Это золотой, это серебряный. Крутится эта штука вот так вот. Ну, крутится классно. Юнджин. Что еще можно сказать? Фигни не делает. Да, крутится классно. Можно даже не смазывать. Хотя, видите, он блестит. Вот. Он чуть-чуть смазанный. Он даже чуть-чуть смазанный. Что, еще эта пипочка крутится? А, нет, пипочка не крутится. Я думал, пипочки эти крутятся. Хотя пипочка крутится только вот с другим слоем. Да, пипочка крутится, но с другим слоем. Интересная такая штучка. Давайте посмотрим, на коробке название есть или нету. Что тут написано? Я такой матюк не выговорю. Даже пытаться не буду. Название вот такое вот на коробке. Правильно это или нет, я не знаю. Юксин, Мафанг. Это что за фигня, я не знаю. Причем тут Юксин, Мафанг, тоже не пойму. Ну, скорее всего, вот, наверное, вот это название. Хотя вот еще какое-то название. Продавца вообще написано было, что это Юнджин. Сейчас вот попытаюсь правильно прочитать. Абнормити. Вот, один на один. Ну, не знаю, правильно прочитал или нет, но у продавца так написано было. Как эта штука называется? Mirror Flops называется правильно эта штука, вот я думаю. Так что название точно не знаю. Если знаете, как эта штука называется, напишите в комментариях правильно название этой головоломки. Штука прикольная, голову немножко можно поломать. Вот такой вот крокозяблину разбирается. Прикольно. И в заключении видоса хочу сказать пару слов насчет гоулонгов. Вот этих вот. Открыл я споры по одному и по второму. Спор пошел сразу на обострение. Бывают такие глюки на Алиэкспрессе. И как я открыл спор, сразу же мне написал продавец, что извините, мы ошиблись, мы очень сожалеем. Отмени спор, и мы тебе дадим скидку на 1 бакс. При том, что споры открывал не сразу, сначала один, потом второй. И точно такое сообщение мне под копирку прислал на второй спор, что там, извини, мы ошиблись. Ну да, два раза подряд они ошиблись. Я так понимаю, рассчитывали на придурка полного и на кота дебила, который не различает кубики, что там Юнджин это или МФ. Третий. Но по-другому я не понимаю, на что он был расчет, когда он посылал два раза подряд одному. Ладно, он послал там разным покупателям. А то одному покупателю посылает специально два других кубика и на что-то рассчитывает. Ну не знаю, я логику не понимаю этого продавца, жулика. Но это немножко отвлекся. Так вот, я ему ничего не ответил. Думаю, иди ты нафиг, товарищ. Посмотрим, что администрация на это скажет. Потом через день он еще пишет, что отмени спор или там напиши, что не по правильному адресу пошла посылка, и мы тебе деньги вернем. Говорю, да не, думаю, товарищи, вы мне деньги по идее и так должны вернуть, если адекватная мне администрация попадется, а я открыл спор, потому что бренд не соответствует. То есть я заказывал одно, а мне прислали другое. Фотки выложил, что вот в заказе у него какой кубик должен быть, и вот какой мне пришел, и видос с распаковкой. Ну и через 4 дня и на одном споре, на втором споре, где-то вот там, не помню, на одном, наверное, через 3, на другом через 4. Расчухалась администрация и присудила спор в мою пользу.
Вот так вот. Будет знать китаец, как обманывать покупателей спидкуберов. Вот как бы в принципе все. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Ссылку на этот необычный флопик оставлю в описании. Возможно, вы захотите себе такой приобрести. И если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить очередное видео с головоломкой.